постели с мартынингом? Андрюша, сфоткай! Андрюша, сфоткай меня! Андрей, тебя Юля вставит. Да не, наоборот. Наоборот? Ну давай мы сначала поедим. Я так не могу. Накормить, а потом уже можно вставить. Мне нельзя, я не грешница, понимаешь? Я не грешница. Лен, мы все свингеры, тут успокойся. Так мы с тобой знали разгадку. Мы только что с квеста вышли. Мы бы погибли все давно. Милена, что мы имеем после этого всего? Покажи, что он с зубами, нормально? Качается этот зуб. Расскажи, что произошло. Короче, она мне хотела прогрызть черепную коробку, прыгнула на меня, когда выключили свет. От испуга, да. И фиганула меня своими зубами, да. У меня так башка болела, я думала, сдохну. А у нее вообще зуб шатался один. И начала шепелявить. Да, сейчас получше, да. Мы поняли, что нам уже нет смысла спать, и просто решили потусоваться. И решили все поехать ко мне домой. Я звоню Юле, говорю: алло, Юля, мы сейчас приедем. На что начала на меня пиздеть, вообще я не понял даже почему. Ну, я еще так пытался объяснить, она просто... У нее не хватает. Понять, что я говорю. Вот, в итоге я просто бросил трубку, и Руслан говорит... Так Милена же одна в номере, в отеле. Ну, конечно, да. Ну, Милена, конечно, но... Ну, все же лучше, чем ничего. Лучше ничего. Ничего не Милена? Да. Ну, я бы это... Чем Милена, да? Я не грешник. Ну, короче, по ходу дела посмотрим. Какой у тебя номер, Милена? 504. У нас номер 504. Короче, мы сейчас уходим из такси, нам таксист говорит: ну что, девчонки красивые, надеюсь, не подведут. Ясно. Я не отношусь к таким. Давай. В смысле? Горько! 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 Прикинь, кто бы мог подумать, что вот так мы с тобой встретимся и познакомимся. Первый же день спим в одном номере, в одной кровати. А, кстати, у меня еще не было секса с иностранками. Ну, не совсем уж ты иностранка, но как-никак. Сейчас я в номере Милены. Сегодня мы будем спать вместе, потому что меня к себе домой не впускают. Милена добрая душа. Сказала: я тебя приючу, у меня кровать большая и мягкая, и удобная, да? Да. А, угу. Ну, наверное, вы здесь лишние. Разбросаны все. Ну, короче... О, кстати, очень мягко, да. Прикольно. Ну что? Ждем Руслана. Хочешь так? Ну окей. Ждем Руслана. Тогда я подожди, ну дай покажу. Кроме того, что у него везде здесь такой прям пиздец происходит, все так разбросано. Я зашел помыть ручки, а тут, ну, тут просто вообще... Что тут вообще твой пиздец? Ну как вот так можно? Ну это... А что это за штучка? Для линз. Ну вижу, что подбривалась, готовила, что придет к тебе мужчина. Ты что тут краски, ну, блядь, Мальвина ты. Ну, хоть знаешь, хоть хорошо, что унитаз не в какашках. Ну, могло быть и такое. Ух, тоналки вижу, тут ты прям не жалеешь. У тебя вставная челюсть есть? Слушай, ты просто идеальная девушка. Что только нет. Там подруга приходит, я говорю: ты не видела мою челюсть? Так надевай, у тебя же там зубы отпадали. Да, у меня болит очень. Ну так давай. Вот, и сразу бери бритвочку и подбривай себе усы. Челюсть вставляй. Нет. Ну пожалуйста. Ну зачем? Да покажи, как это все происходит. Даже мои зрители не знают про квадрикапли. И котик в очках. Какой котик? Ну, милый котик в очках. Ну, где-где? Вот. Ты стесняешься милого котика в очках? Блин, ну, Господи, мне стыдно. Ну,
Молодцы. Да надевай ты уже челюсть, пожалуйста. Нет. Не снимать? Но. Ладно, я не буду это снимать. А что ты такая расстроенная? Почему? Слоник. Зеленый. Я тебе поесть принес. Бутербродик принес. Бутербродик принес. С меленовой начинкой. Сука, блядь. А можно и туда? Можно и туда. Коллаборация успешно удалась. Доброе утро. Коллаборация с Миленой успешно удалась. Вставай. Андрей, ну не надо, пожалуйста. Да вставай, давай. Веду Милену в Салатейру. Она говорит, что такого у них нет. Или есть, ну вот такое. Вот сейчас, ну, класс, даже никого нет внутри. Идеально. Пока гуляем с Миленой, сейчас вам объясню вообще, что происходит. В общем, вчера мы все гуляли, вот, потом ночью где-то в час или в два ночи, вот, пошли на квест. После квеста решили, что спать уже как бы поздно ложиться. И мы просто где-то погуляем, потусуемся. Я говорю, можете типа, ко мне поедем? Сейчас я Юле позвоню, типа, спрошу, что там она. Потому что у нас один ключ, и он остался дома. Звоню Юле, она такая вся недовольная. Говорит, типа, гуляй себе дальше там, тусуйся и так дальше. Я говорю, так мы сейчас типа приедем. Ой, типа, да конечно, конечно, типа, я знаю. Ты будешь там гулять, тусоваться и дальше. Короче, что она мне так бесила вот это все время. Я просто кинул трубку и все. Потом мы поехали все в отель. Вот что там было, вы уже все видели. Потом сегодня утром смотрю сообщение от Юли. Пишет, когда ты будешь? Это утром. Потом следующий, приди домой, я хочу тебе ключи отдать. Хочу уехать домой. Пишет, у меня отправление в 14:50. Я ключи оставлю у женщины, ну, вахтерши. Пишет, все вещи не смогу забрать, потом сестра моя заберет. Можешь возвращаться, я ухожу уже, типа такого. Ну и все, Юля уехала к родителям. Так что, Милена приезжает ко мне. Нет. Что нет? Нет, в отель. Ну, у тебя отель заканчивается сегодня, вот, ну, завтра. Ну, я улетаю, все. Улетаешь ко мне, переезжаешь? Нет. Тебя дома не ждут. А у меня, я тебе всегда буду рад. Любим друг друга. Вы не поверите. И смотрите, кого мы встретили. Вы сейчас охереете. Здравствуйте, молодые люди. Как ваши дела? Андрей? Дима. Как у вас тут дела обстоят? А что ты перекрасилась? Не, ну тебе красиво. А ты как? Я отлично, вот видишь. Милен, привет! А вы знакомы? Нет, ну просто я познакомилась. А, я понял. Ты счастлива. Аккуратно, аккуратно. Ты фоткаешься, а не мимашечка? Да я сдалека уже увидел. У меня зрение плохое, потом ты такой подходишь, и я такая, а? Вот мне интересно, вот у вас в России много вот таких персонажей? Но у нас больше. Нет. У нас больше. У нас поярче. Нет, у нас они. У нас они получше. Абсолютно везде. Просто мы такую сегодня женщину встретили. Ну просто, блин, чувствую, что от нее прям пахнет качественным контентом и топом. Это был бы просто идеальный влог. Женщина, ну как женщина, ну бабушка, можно так сказать. В магазине покупает водку, матерится. Вот, я говорю, давайте я с вами типа буду бухать. Милена не захотела. Милена решила продавать цветы. Милена, почем? Блять, да выебывался. Карма. Ну, видно, что ты еле-еле держишь. Ну, я же не должен носить за девушку цветы. Да мы просто едим. Чего сразу вы думаете там? Пиарюсь, как могу.
Ах ты ж проститутка. Ела в постели с Мартыненком? Ай-яй-яй-яй-яй. Где родился и вырос? Там, где...